Полина Чистякова с трудом сдерживает слезы. Видно, что девочка очень замерзла. Храм науки оказался непригоден для обучения. По словам ребенка, такая ситуация продолжается больше 2 месяцев. Находиться в кабинетах невозможно. Мерзнут руки и ноги, а информация совсем не усваивается. В дальнюю школу ходят только из-за того, что там есть тепло. В нашей школе начало холодать, наверное, в ноябре и вот в этом месяце. Вчера сказали, что отопление отключили полностью в школе. У нас было 2 урока, и мы ушли домой. Сегодня мы не учимся. Страдает не только Полина, но и другие ученики. Сидеть на уроках в куртках дети уже привыкли. В четверг ученикам объявили – уроков не будет. Почему возникла такая ситуация? Что вообще говорят педагоги и директора? Почему? По какой причине вас отпустили? Нам ничего не было. Нам не объясняли. Нам не объясняли, просто сказали, что вы идете домой и все. Что будут сокращенные уроки, а сегодня вообще не учебный день. Да. Руководство школы отказывается комментировать ситуацию. Родители также не хотят общаться со средствами массовой информации, объясняя это тем, что может стать еще хуже, и отопление вообще не дадут. Представители администрации уже выезжали на объект, но информация о том, что творится в школе, словно находится под грифом «секретно». Кто позаботится о бедных и замерзших детях, пока не ясно. Пол на ту неделю еще встала. Ходим в куртках, в классе там вообще замерзли все. Да, мы сидели в куртках, нас учителя сами отправляли за куртками, потому что в школе действительно было холодно в кабинетах. Одеваю, свитер, кофты там побольше, и куртку, и, как бы все равно, от этого все равно, не очень тепло. В некоторых кабинетах все равно холодно. Какая температура в среднем? На первых этажах, можно сказать, практически как на улице. Когда дадут отопление, неизвестно. На следующей неделе синоптики обещают 20-градусные морозы. С понедельника занятия в школе продолжатся. В чем приходить на уроки, дети еще не решили.